там на машине? Нет, мы на вертолете летаем сверху тебя. Я вижу, ты на санчике едешь. Ладно, поехали к дому. Я сейчас пошли к Вестпойнту. Поедешь мы... к моему дому. Он и 37-ю уже выкупил, ебануться. Он еще один дом хочет купить какой-то. Он, ну, на фане Шторм выкупил эту хату, Рофу. Я когда вот этот... играл, она типа стоила около сотки на Брейнбурге. А тут, блядь, за 250 он ее взял. Смотри, вот дом, короче, есть. Он такой охерительный просто. Ну его вообще не, блядь, продаст, если он за миллиард, наверное, продаст. Блядь, я сейчас зарусь. А, блядь, айдишник не вижу дома. 208-я? Короче, около... Блядь, сорян. Ты молодец, конечно. Короче, бля, мне еще кикнул по подозрению. Мне тоже. Рядом с Гринтауном есть речка, вдоль реки дальше едешь, там дом такой одиночек стоит. Я понял, да-да-да. То же самое, как 207. То же самое, как 207. Да-да-да, он ее точно тень придаст. Либо крайне дорого. Я у дома. Как говорится, вижу сиськи, ставлю лайк. Не. Смешно. В смысле, Юра, она походу слетела, слышишь? Ребят. А салон сотовой связи в GPS. Важный местаж вроде? Да, на второй странице в конце. Юра. Кто? Что хочешь? Челяк слетел. В смысле? Ты уверен? Ну типа там чел это тот, блядь, с которым я постоянно около него стоял. Который меня еще убивать хотел, но не убивал. Сейчас он владелец Нижнего Челяда. У нас чел же с Фомы говорил, блядь, что он эту хату оплачивает. Фильм, да. Либо это фейк этого чувака, я хуй знаю. А чем дома на Гринтауне стоят? Хай, кто-то дороже Госса вообще продает? Их покупают дороже Госса. Тогда не знаю. Даша, ты в игре? Бля, мне за мой дом 200 лямов предлагают. Ты его за сколько словил? Я его словил? Лучше тебе надо это сказать. Это я его словил. Врун. А, ты словил его. Да. Каким образом догал меня находится? Я возле дома, окей. Ёбаный рот. Да подожди, я сейчас реконнекту. Оба! Админ, слышишь, у него реконнект. Да, который нихуя не работает, и меня опять крашнул. ГГ. Пизду нахуй. Ебаная сборка. Пошла вот нахуй. Павлова. С обычной сборки лучше зайду. Я думал, риски запрещены. Блин. Сейчас, погоди, я обычную сборку поставлю. Какой ты там поставил, Юра? Что? Что за у тебя там слова были? Я не знаю. А, Саша, типа, Саша, не Саша. Подожди. А есть щит на патроны, которые не ДМ? В смысле? Типа, вол, он стрельнул в пацан, и ему ХП не снялось. Перед этим синхрон он может. Нет, но перед этим он написал не сы, а не резин. Не знаю, такого быть не может. О, ты где? Я тебя не вижу, тебя нет около дома. Я возле дома. Мы же видели, вот. Видели, тот? Нихера, откуда у тебя ФКР? Погнали налево. Еще, блядь, налево за дом. Налево еще. Налево. Блядь, на квест, короче, едь. Ага. 24 на 7 мужика, аксиома все по 111. О, один грузовик для меня, спасибо. Это для меня. А ты не можешь его взять, пока квест не примешь. Mm.
Пошел нахуй, я тебя убью. Я же бета-лил, у меня капста работает. И будешь сидеть за ДМЗЗ. И еще с вареником тоже, как я. Ну, что еще будет 1000 минут отсидеть, 50 тысяч. Поехали со мной покатаешься, Аня. Я грузовик куда делал. Дальше типа бьявый, это за шо? Не, так быстро не уезжай, ты что-то слишком быстро ездишь. Нет. Че это творится? Ну не скидывай воду только. Я подумаю. Ой, я сейчас Инферно с воду скину. Ты и сам воду улетел. Да, почти скину. Кто сейчас на АБ, пацаны? И никто. Там ой, ничего нет нормального. Вообще ничего. Где бьявы, алло? Я уже на готове. О, два грузовика сразу едут. И чё? Артур, сейчас у тебя будет грузовик, скорее всего. Это что, редкое явление, что ли? Да. Пара-пара-пам-пам. Алло, объяву, пожалуйста. Ты что делаешь? Спасибо. Ну ты, я сейчас в море улечу, блин. Да ничего страшного, нормально. Че уже не привыкать. Грузовик приехал. Походу ресурс. Ты помнишь хоть как ехать? Да, помню, показывай. В смысле? В АФК не надо уходить. Или надо уметь в АФК уходить. Вы что, вместе что ли? Да. Поворачивай грузовик долбанный. Стой, подожди. Я тебя заберу, если что, на обратном пути. Тут недалеко ехать. Я починю. Мне все равно грузовик сок едет только. Хотя два раза быстрее. Почему сок? Ну 120, ладно, он едет. 124, 125, 126, 129, 130. Максимум. У меня максимум 135 было. Паны, а сука, минус карский он. Скажешь, как ты обратно приедешь? Я уже обратно еду. Главное, воду не упасть. Да еб... Блядь, тупые врачи. Нет, самая изичная работа, где я фарм денег, это скорая помощь. Он, блядь, ну, сука, не успел. Тут чуть треснулся грузовик, я не успел. Боже, это громко. Убавь его, и все. И что ты в АФК ушла? Или меня кикнул опять? Я его тише делаю. Почему ты назад ты поехаешь? Потому что я в АФК уходил. Так нельзя. Чтоб ты меня не подрезал. Или Аня, купить дом, где там, где на Санта-Марии. Почему у меня грузовик не живет? Продам сим-карту. Примерно 350 тысяч. Давай.
Блять, не успел. Опять не успел. А ты где? Я тебя потеряла. Я прямо еду еще, я даже на заворот не заехал. Это транспорт уже. Хорошо. А чё ты куда-то поехал? Непонятно куда. Ты куда? Ой, я проехал, блин. Да я тут симку продаю офигенную 4 и все остальные восьмерки. За 1 кака. Уже. Он за 350 тысяч хотел купить сначала. Едет грузовик долбанный. Чё ты, Артур, еще не взял грузовик? Я 2 грузовика взял. Пиздец ты, лох. Как ты мог так сказать? Я ей поводу скину, и будет твой грузовик. Я загорелась! Ё-моё!